Всем доброе утро, с вами, как обычно, Сергей Багрий, менеджер-аналитик официального партнера компании Альпари в городе Кишинев, Республика Молдова. Если меня хорошо слышно, хорошо видно, подтвердите, пожалуйста, одним плюсиком. Тема нашего семинара – ежедневные торговые идеи и секреты внутридневной торговли. Сегодня мы с вами проведем анализ по основным валютным парам, металлам, но в конце семинара, как обычно, можно будет обсудить все ваши вопросы и пожелания. А сейчас я бы хотел убедиться в том, что вы меня хорошо слышите, видите, поэтому жду вашу реакцию, жду ваших плюсиков. Итак, пошли плюсики, всем большое спасибо. Ну что ж, с трансляцией все окей, так что пора начинать, приступим. Попрошу открыть график валютной пары евро-доллар, таймфрейм 1 час. Правила анализа просты. Все, что нужно, это определить направление тренда. Для этого мы с вами должны определить главный уровень, с помощью которого мы с вами сможем распознать основные зоны покупок и продаж. Зная, где расположена зона покупок, продаж, вы всегда будете понимать, в каком направлении лучше всего торговать. Вы будете понимать, когда лучше даже воздержаться от торгов, для того, чтобы не получить отрицательный результат. Ну а для тех, кто торгует внутри дня, необходимо будет дождаться подтверждающего сигнала о том, что тренд остается актуальным, и только после чего можно будет открыть ордер в сторону тренда. Что касается валютной пары евро-доллар, тренд медвежий. Главный уровень расположен по цене 1.0824. Начиная с 29 марта, мы с вами должны были начать торговать по медвежьему тренду. Обращаю ваше внимание на то, что в день 28 марта медведям удалось преодолеть главного уровня, и закрытие дня 28 марта оказалось ниже главного уровня. Вот уже третий день подряд, как валютная пара торгуется с понижением. Несмотря на то, что вот уже третий день подряд валютная пара торгуется с понижением, открыть ордер на sell мы с вами, в принципе, еще не смогли. Рынок нам такую возможность не предоставил. В день 29 марта наш отложенный ордер sell limit не был достигнут, поэтому мы с вами остались вне рынка. Вчера, в принципе, валютная пара начала торговаться с понижением еще с первого же часа. Вчера быки не сумели дать о себе знать, поэтому опять же мы с вами остались вне рынка. И сегодня обращаю ваше внимание на то, что возможно, можно будет открыть ордер на sell, но сперва необходимо будет дождаться возврата цены в зону продаж. Во время азиатской сессии в первые 3 часа валютная пара торговалась с повышением. Вот он бычий сигнал, вот он бычий импульс. Здесь как раз очень хорошо видно активность со стороны быков. Теперь для того, чтобы открыть ордер на sell, мы с вами должны будем дождаться преодоления уровня 1.0674. И только после чего можно будет открыть ордер в сторону медведей. А пока что все еще продолжаем оставаться вне рынка и в ожидании. По валютной паре британский фунт доллар США. Главный уровень расположен по цене 1.2300. Торги все еще ведутся в зону покупок. Так что мы с вами сегодня должны будем торговать в сторону быков. Обратите внимание на то, что вчера во время европейской сессии медведи дали себе знать. 3 часа подряд валютная пара торговалась понижением. И вот после этого снижения состоялся рост, состоялся пробой уровня вчерашнего дня. Но опять же, обратите внимание на то, что после этого пробоя уровень дня 1.2431 не был достигнут. Поэтому нам с вами вчера немного не повезло. Открыть ордер на buy мы с вами не смогли, так как нам не хватило буквально пару пунктов. Ну что ж, ничего страшного в этом нет. Бывают и такие ситуации. Главное придерживаться правил и торговать строго по правилам. Тренд бычий, поэтому сегодня мы с вами продолжим торговать в сторону быков.
Уровень сегодняшнего дня расположен по цене 1.2466. Если этот час закроется с понижением, мы с вами увидим активность со стороны медведей. Мы с вами получим сигнал о том, что медведи стали активными на рынке. И только после возврата цены в зону покупок можно будет рассмотреть покупки. А пока что ждем подтверждающего сигнала со стороны медведей. Многие наверняка спросят, зачем ждать сигнала со стороны медведей, когда тренд бычий. Так вот, хочу обратить внимание на то, что несмотря на то, что тренд бычий, это еще не означает то, что валютная пара будет торговаться только в одном направлении, в сторону быков. Есть дни, когда валютная пара корректируется, есть дни, когда даже случаются развороты. Именно поэтому для того, чтобы не попасть в момент коррекции или в момент разворота, мы с вами сперва должны понять, на что способны те, кто торгует против тренда. А в данном случае это как раз есть медведи. И только после чего мы с вами убедимся в том, что медведи не готовы к особым переменам, можно будет открыть ордер на buy по тренду. А пока что также продолжаем оставаться вне рынка. По валютной паре доллар США, швейцарский франк ситуация не поменялась. Тренд бычий. Главный уровень расположен по цене 0.9942. Закрытие дня 29 марта оказалось выше главного уровня, так что, начиная со вчерашнего дня, 30 марта, нужно было открыть ордер на buy по тренду. Вчера, после получения медвежьего сигнала, это было в 12.00 и в 13.00, в эти два часа валютная пара торговалась понижением. В эти два часа мы как раз увидели сигнал со стороны медведей. И спустя несколько часов после пробоя уровня дня, при достижении уровня 0.9963 нужно было покупать. Стоп-лосс нужно было выставить за минимум 29 марта. Размер стоп-лосса примерно 60 пунктов с небольшим запасом. Ну что ж, будем ждать рост доллара по отношению к франку на 120 пунктов с уровня вчерашнего дня до уровня 1.0083, уровень, при достижении которого мы с вами сможем заработать в два раза больше. Что касается сегодняшнего дня, опоздавшие сегодня, скорее всего, также получат возможность открыть ордер на buy. Уровень сегодняшнего дня расположен по цене 1.0009. Во время азиатской сессии медведи дали себе знать. Позже состоялся пробой уровня дня. До того, как началась европейская сессия, медведи вновь пытаются дать о себе знать. Как видите, торги сейчас ведутся в зону продаж, поэтому торопиться с покупками мы с вами сейчас не будем. Будем покупать, если, конечно, увидим возврат цены в зону покупок, и только при преодолении уровня дня 1.0009. Далее давайте мы с вами проведем анализ по валютной паре доллар США и японская иена. Если есть вопросы, если кому-то что-то непонятно, если кому-то что-то нужно объяснить, повторить, пожалуйста, задавайте вопросы в чате. Мы как раз для этого и проводим семинары в режиме онлайн времени. Ну а пока что я вижу одни лишь плюсики. Игорь пишет: простите, можно главный уровень по фунту еще раз назвать. Игорь, главный уровень по валютной паре британский фунт доллар США расположен по цене 1.2300. Торги ведутся в главную зону покупок, там, где покупки в основном рассматриваются со стороны крупных участников. И не только, конечно, но учитывая то, что пока что я не вижу никаких сигналов о развороте, рекомендую продолжать торговать по бычьему тренду.
По валютной паре доллар США, японская иена. Главный уровень расположен по цене 113,55. Несмотря на то, что в последние 3-4 дня валютная пара торгуется с повышением, это всего лишь коррекция, это всего лишь возможность тем, кто рассматривает продажи, открыть ордер по цене наилучше. Мы с вами находимся в главную зону продаж, поэтому в дальнейшем также будем продавать и определять наилучшие точки на продажу. Вчера открыть ордер на sell мы с вами не смогли, не имели права. Обратите внимание на то, что вчера при достижении уровня дня медведи встретили поддержку, причем несколько часов подряд медведи пытались преодолеть этот барьер, но им этого не удалось. Так вот, если среди вас есть те, кто не знает, как правильно определить ключевые уровни поддержки, сопротивления, рекомендую взять в расчет цену закрытия предыдущего дня, так как очень часто как раз при достижении этого уровня случается отскок. Очень часто при достижении этого уровня встречается сильный уровень поддержки или сопротивления. Как это было и вчера. Сегодня быки уже дали о себе знать. Обратите внимание на то, что во время азиатской сессии уровень дня был преодолен быками 111.89. Если точнее, в 5.00, в 6.00 в эти 2 часа валютная пара торговалась с повышением. Здесь мы с вами увидели бычьего сигнала, бычьего импульса. Теперь, учитывая то, что торги ведутся в зону продаж, рекомендую рассмотреть продажи и выставить отложенный ордер на sell по цене 111.89. Я выставлю sell limit по цене 111.89, у меня нет открытого ордера, поэтому если в течение этого дня уровень 111.89 будет достигнут, у меня откроется ордер на sell. Стоп-лосс рекомендую выставить за максимум 21 марта выше уровня 113.00 с небольшим запасом. Размер стоп-лосса 111 пунктов. Ну и размер тейк-профита 222 пункта с уровня сегодняшнего дня. Я всегда рекомендую выставлять стоп-лоссы за минимум максимум предыдущего дня. Этим самым вероятность того, что вы получите стоп-лосс, намного меньше. Почему? Потому что если торговля ведется между минимум и максимум предыдущего дня, в принципе, на рынке ничего такого интересного не происходит. Если торговля ведется между уровнем минимум и максимум предыдущего дня, торговля, в принципе, ведется во флете, и только при пробое минимум-максимум предыдущего дня стоит говорить о каких-то действиях с нашей стороны. Теперь давайте мы с вами проведем анализ по последним трем валютным парам. Это австралийский доллар по отношению к американскому доллару, новозеландский доллар по отношению к американскому доллару и последнюю валютную пару мы с вами рассмотрим доллар США по отношению к канадскому доллару. А в конце мы с вами рассмотрим металлы, золото и серебро. Что касается валютной пары австралийский доллар, доллар США, как говорите, торги ведутся вокруг главного уровня. В день 29 марта закрытие дня оказалось выше главного уровня. Мы с вами получили подтверждающий сигнал о развороте, то есть о рождении бычьего тренда. Вчера нам с вами нужно было открыть ордер на buy по цене 0.7668. Почему? Потому что еще во время азиатской сессии 3 часа подряд валютная пара торговалась с понижением. Здесь мы с вами увидели сигналы со стороны медведей. И спустя несколько часов после пробоя уровня дня мы с вами поняли то, что медведи в принципе не готовы к особым переменам. И при достижении уровня 0.7668 нужно было покупать. Выставляя стоп-лосс за минимум 29 марта. Размер стоп-лосса с небольшим запасом 50 пунктов. Уровень стоп-лосса не был достигнут, несмотря на то, что в конце дня в
вчерашнего дня. Валютная пара развернулась и торговалась в основном с понижением. Пока что мы с вами все еще должны остаться в рынке в ожидании роста австралийца по отношению к американскому доллару. Тем, кто продолжает оставаться вне рынка, рекомендую рассмотреть продажи. Почему? Потому что закрытие вчерашнего дня оказалось ниже главного уровня. Тренд, опять же, сменил направление. Мы с вами находимся в главную зону покупок. Поэтому тем, кто в рынке, рекомендую обязательно выставить стоп-лосс, take profit. А тем, кто вне рынка, пока что рекомендую продолжать оставаться вне рынка и дождаться сигнала на sell по тренду. А продавать сегодня можно будет при преодолении уровня 0.7638. И пока что, опять же, мы с вами не должны ничего предпринять. Нет смысла продавать, когда торги ведутся в зону покупок. Нет смысла продавать, когда торги ведутся в той зоне, где больше всего рассматриваются покупки. Так что, если вы хотите продавать, продавать нужно после получения подтверждающего сигнала, зная то, что тренд остается актуальным, и продавать нужно в нужной зоне, в подходящей зоне, в зону продаж. Теперь по валютной паре новозеландский доллар, доллар США, главный уровень расположен по цене 0.6949. Торги все еще ведутся в зону покупок. Так что сегодня мы с вами должны будем открыть ордера на buy. Уровень сегодняшнего дня 0.6992. Уровень, выше которого можно будет открыть ордер на покупку. Сейчас торги все еще ведутся ниже уровня дня в зону продаж. Но все-таки, учитывая настрой быков, учитывая то, что 3 часа подряд валютная пара торгуется с повышением, я предполагаю то, что пробой уровня дня состоится и можно будет открыть ордер на buy. Более того, вот это снижение, которое было в последние дни, вот эта коррекция как раз предоставляет возможность тем, кто хотят открыть ордер по тренду, используя соотношение 1 к 3, к 5 или даже может 1 к 10, почему бы и нет. Есть такая возможность, да? Так что, если вы заинтересованы в том, чтобы открыть ордер на buy, при этом зарабатывая в разы больше, в случае продолжения тренда у нас появится такая возможность. Ну и давайте мы с вами теперь рассмотрим последнюю валютную пару. Это доллар США по отношению к канадскому доллару. Я так понимаю, вопросов нет. Игорь пишет, помогите, нет звука. Игорь, ну чем я могу помочь? Вы можете обновить страницу, используя комбинацию клавиш Ctrl F5. С моей стороны на самом деле все окей, никаких неполадок нет. Я так понимаю, у всех остальных также со звуком все окей. Были бы проблемы, я думаю, что многие уже написали бы в чате. Так что перегрузите страницу, используя комбинацию клавиш Ctrl F5. Еще раз попрошу подтвердить плюсиком, если все окей, если всем все понятно и доступно, и вопросов нет. Если есть вопросы, пожалуйста, напишите об этом в чате. Давайте смелее, не будем задерживать остальных. Нам с вами осталось еще 10 минут. За эти 10 минут мы с вами должны провести анализ по последним трем инструментам и еще ответить на ваши вопросы, если, конечно, они у вас есть. Ну что ж, пошли плюсики. Пока что, я так понимаю, вопросов нет. Всем все понятно. Сергей просит... То есть... Надежда просит британский фунт, японскую иену рассмотреть. Хорошо, Надежда, если, конечно, время позволит, то обязательно рассмотрим и эту валютную пару. Британский фунт, японскую иену. Что касается валютной пары доллар США, доллар канадец, мы с вами находимся в зоне продаж. Мы с вами находимся там, где больше всего рассматриваются продажи.
Вчера нам с вами нужно было открыть ордер на sell. Обратите внимание на то, что вчера мы с вами получили сигналы со стороны быков несколько раз. В 7.00 и 8.00 два часа подряд валютная пара торговала с повышением. Здесь был получен бычий сигнал. И вот чуть позже, в 10.00 и в 11.00 мы с вами вновь получили бычьего сигнала. Чуть позже, во время американской сессии, при преодолении уровня дня, мы с вами поняли то, что тренд остается медвежьим. И только вечером, примерно в 21.00, при достижении уровня 1.33.24, нужно было продавать. Сейчас торги ведутся также в зону продаж, ниже главного уровня. 1.33.71 это как раз есть цена главного уровня. Ну а уровень сегодняшнего дня расположен по цене 1.33.36. Продавать пока что опоздавшим еще рано. Но с другой стороны, если среди вас есть те, кто вчера не успели открыть ордер на продажу, сегодня рекомендую также рассмотреть продажи с уровня 1.33.24. Ну что ж, в моем случае вчера вечером sell limit не был выставлен, поэтому я остался вне рынка. Так что я, учитывая то, что должен был открыть ордер на sell еще вчера, могу смело сейчас выставить sell stop по цене 1.33.24, не дожидаясь подтверждающего сигнала. И при преодолении этого уровня у меня откроется ордер на sell по тренду. Стоп-лосс рекомендую выставить за максимум 29 марта выше уровня 1.34.20 с небольшим запасом. 1.34.20 с небольшим запасом. Размер стоп-лосса 96 пунктов. Ну и размер тейк-профита в два раза больше, 192 пункта. Теперь, что касается последних двух инструментов, это металлы, золото и серебро. По металлу золото тренд медвежий. Главный уровень расположен по цене 1253,15. Все-таки закрытие вчерашнего дня подтвердило то, что на рынке состоялась смена тренда. Мы с вами сейчас находимся в зоне продаж. Мы с вами находимся там, где больше всего рассматриваются продажи. Так что сегодня, более того, учитывая то, что быки уже дали о себе знать, рекомендую рассмотреть продажи при преодолении уровня 1242,19. В первые два часа сегодняшнего дня был получен бычий сигнал, позже был пробой. Сейчас торги ведутся выше уровня дня, и при преодолении уровня дня можно будет продавать. Сергей пишет, доллар США, канадский доллар, высока вероятность к 1.34.26, на мой взгляд. Сергей, возможно да, возможно нет. Мы с вами всегда торгуем по правилам, поэтому какая там вероятность, высокая, невысокая, будет достигнут этот уровень, нас это в принципе не волнует. Главное торговать по правилам и придерживаться строгих правил. Вот только тогда можно будет добиться наилучших результатов. На этом счете торговля ведется с 11 января, вот уже почти что 2,5 месяца примерно торги ведутся на этом счете по этой стратегии. И вот за эти 2,5 месяца нам удалось заработать почти что 12%. В один определенный момент у нас прибыль составляла $1200. Давайте я вам открою отчет за всю историю. Ну что ж. Максимальная просадка, во-первых, не была больше 3%.
И вот при максимальной просадке в 3% нам с вами удалось заработать почти что 12%. Соотношение 1 к 4. И это все за счет того, что мы с вами торговали по правилам и придерживались строгих правил данной стратегии и money management. В среднем мне удается заработать $159 на сделку, и в случае убытка я теряю $59. В 3 раза больше нам с вами удается заработать. Все сделки открываются фиксированным лотом, здесь не используется ни мартингейл, ни дублирование лотов, ни увеличение объема, ничего такого нет. Все сделки открываются 0,1 лотом, вот пожалуйста. Это история счета, здесь отображаются объемы, и как видите, вы не по одной сделке не увидите объема больше, чем 0,1 лот. Но при этом, как видите, заработать нам с вами удалось в 4 раза больше. Просадка 3% и максимальная доходность почти что 12%. Так что будет канадец на уровне 1.3426, не будет, это уже не наша забота. Нам нужно торговать по правилам, а если даже и цена пойдет против нас, значит мы с вами в этот раз получим стоп-лосс. В этом ничего страшного нет. Почему? Потому что достаточно один раз закрыть ордер по тейк-профиту, и мы с вами сможем компенсировать полученные убытки по 3 или даже 4 сделкам. Что касается металла серебро, по металлу серебро тренд бычий, однозначно. Главный уровень расположен по цене 17.14. Пока что я не вижу никаких сигналов о развороте, поэтому торговать мы с вами сегодня должны будем только в сторону быков. Уровень дня расположен по цене 18.09. Сегодня медведи уже дали себе знать 2 часа подряд. В зону продаж валютная пара, то есть металл торговался с понижением. Сейчас торги все еще ведутся. Зона продаж, но после преодоления уровня дня можно будет открыть ордер на buy по тренду. Ну и давайте мы с вами рассмотрим британский фунт, японскую иену. Была такая просьба со стороны Надежды. Во-первых, на дневном графике нам с вами необходимо определить направление тренда. Ну что ж, хочу обратить ваше внимание на то, что закрытие вчерашнего дня оказалось выше главного уровня. Мы с вами сегодня должны будем рассмотреть покупки. Сегодня по валютной паре британский фунт, японская иена стоит покупать после получения медвежьего сигнала и после возврата цены в зону покупок. Как видите, до пробоя уровня дня валютная пара 3 часа подряд торговалась с понижением. Сейчас в зону продаж торги также ведутся с понижением, вот уже 2 часа подряд. Будем ждать закрытия этого часа. Если, конечно, час закроется с понижением, мы с вами получим сигнал со стороны медведей. Это медвежий импульс. И только после возврата цены в зону покупок можно будет открыть ордер на buy по тренду. Ну и Владимир просит рассмотреть валютную пару австралийский доллар по отношению к канадскому доллару. Это последняя валютная пара, которую мы с вами сейчас рассмотрим. И на этом мы с вами завершим трансляцию. Итак, торги ведутся в зону продаж. Закрытие вчерашнего дня оказалось ниже главного уровня, так что сегодня по валютной паре австралийский доллар, доллар США рекомендую рассмотреть продажи. Уровень сегодняшнего дня расположен по цене 1.0188. Сейчас торги ведутся в зону покупок, быки, конечно, уже дали себе знать, так что теперь для того, чтобы открыть ордер на продажу, будем ждать пробой уровня дня. Тренд медвежий, поэтому торговать мы с вами сегодня будем только в одном направлении, в сторону медведей. Ну что ж, у меня на этом все. За эти 30 минут мы с вами провели анализ по основным валютным парам, металлам. Мы с вами даже провели анализ по дополнительным валютным парам. Сейчас, если больше никаких вопросов нет, жду вашу реакцию, жду ваших плюсиков. И на этом мы с вами попрощаемся. Давайте смелее. Жду вашу реакцию, жду ваших плюсиков, жду ваших вопросов, если они есть, пожелания, пожалуйста.
Следующий семинар состоится сегодня вечером в 16:45. В это время запланирован семинар на тему анализ текущей рыночной ситуации на основе уровней Фибоначчи. Ну что ж, пошли плюсики. Всем большое спасибо за участие в сегодняшнем семинаре. Время прощаться. А с вами, как обычно, был Сергей Багрий, менеджер-аналитик официального партнера компании «Альпари» в городе Кишинев, Республика Молдова. Всем желаю хорошего дня, удачи во всем, берегите себя. До скорой встречи, до свидания.